Всем привет! Сегодня мы будем любить вот такой телескоп. Берем пластилин. После его достанет. Берем синий цвет. Она такого не подключена, потому что почему есть.
пропечённая. Пропечённая вся. Соня, Соня. А сейчас надо сделать вот такую плоскую фигуру. Что? Сейчас надо сделать вот такую вот плоскую фигуру из пластилина, как у тебя. Ну, чтобы согнулся трубу. Да. Вон там полно людей в зале ожидания. Так, Ваня, это информация для меня, я вижу. Сейчас там Луке зайдет, не может подключиться. И повтори, пожалуйста, всем еще раз, что ты делаешь. Сейчас, если она подключится. Ага, зашла. Повтори, пожалуйста, что ты делаешь? Все, вижу, у нас опоздание. Я делаю телескоп. Вот теперь сгибаем в трубочку. Ты сделал синий прямоугольник из пластилина. Угу, тонкий. Тонкий синий прямоугольник из синего пластилина. И теперь я его складываю в трубку длинную. Теперь берем черный. И раскатываем его также. Thank you.
Тоже в прямоугольник. Так, вот эту вот запчасть пока просто отложим. Потом найдете у себя какую-нибудь лупу и вставите. Вот так вот припомните лупу, вставите сюда лупу и потом вот так вот сделайте. Поняли? Просто я в описании к ней писал, да и сам вторую лупу не взял. У меня есть, по крайней мере, хоть первого от микроскопа. У вас есть какая-то лупа? Можете вставить. А что делать, если нету лупы? Просто оставить слаг, а потом после занятия, сегодня там, или уж не сегодня, там, в другой раз, как-нибудь купить лупу. Круглую такую. Ну и денег круглую и вставить. Если у вас, например, телескоп квадратный, значит вам квадратная больше подойдет. Так, и теперь мы возьмем. Какой-нибудь пластилин такой. Не сильно лучше. Возьмем его и оторвем чуть-чуть. Вот.
А черную маленькую трубочку куда надо ложить? Или ее уже надо куда-нибудь вставлять? Просто куда пока отложишь. Никуда не надо вставлять. Хорошо. Почему тебе снять, что тебя вообще не слышно? Просто тебя вообще не слышно, непонятно, что он все-таки делает. Стоп, вставили розовую деталь, не там какую-нибудь другого цвета. Ну, то, что любили, согнули в трубку, тоже и вставили. Эта деталь была для того вставлена, чтобы, если тебе надо, подувеличить. То она так и была. Если тебе надо
отдалить немного. То ты просто ее немного зажимаешь, и все. Но эта деталь, мне кажется, не обязательно. Причем вообще не. Так что она должна сниматься. Вы должны ставить так, чтобы она могла сниматься. Ну, теперь ножки. Теперь берем пластилин. Либо черного цвета, если у вас он еще есть. У меня просто была где-то большая пластина. Спачки у меня уже и так там мало. Это не хватит на ножки. Поэтому я возьму... Тогда я возьму желтый. Да, Миша. Алло. Возьму желтый, сделаю ножки. Просто раскатываем его. Теперь одну сторону делаем полоской, чтобы она могла стоять. Эта ножка должна быть довольно толстой. Точнее, толстой. Круглый. А если у вас мало пластилина, то лучше не делать. Иначе она не будет держать телескоп. Надо должна держать, значит, она должна быть толстой, крепкой. Первую устанавливаем. Еще делаем. Вот она ножка, ножка, может быть, даже специально ниже, а вторая выше. А выше можете даже так специально сделать, потому что небо это высоко. Не думайте, что... Короче, это всего лишь поделка. Не думайте, что вы сейчас ее сделаете, и вечером реально сможете наблюдать за звездами. Это как, так, как декорация. Ну, вот у меня, например, на обои в виде звезд. Можно вот так вот сделать. Вот, повернулся.
к примеру, и рассмотрим. Или вечером. Можно в окно с ноутбуком посмотреть, но не факт, что это будет как настоящий телескоп. А ничего, если я сделала из одной линии вот такой вот, как ручку для чашки, и только меньше и больше. Получается, можно вот так вот держать и смотреть. Ничего, если вам так нравится, то пускай. Хорошо. Нравится? Если то пускай будет. Как вам нравится? Это уже тема ваша. Так, и третью ручку. Из чего же бы сделать нам третью ручку? Из фиолетового сделаем. Посмотрите, есть. Сделаем вот так. А с черненьким этим кружочком что надо делать? Пока отложить. Я же что третью ногу не прикрепила. Просто пока его оставить, у тебя лупа есть? Ну есть большая, но чтобы ставить нет. Покажу. Ну сейчас, хорошо. Сейчас, потому что я ее переложила. Сейчас будем переложить. Я пока выключу микрофон. Ну вот, две ножки сделали. Вот так вот. Она самая моя большая. Вот такая лупа есть. А нам такая не нужна? Ну да, она слишком большая. Кто сказал, что черная трубка должна быть маленькой? Она у меня как раз под лупу. Если она у вас не вот такая вот, то вам хватит, если она примерно как у меня. У меня вот такая вот. То она может не полностью лупу захватывать, но где-то там она захватывает. Все. Ну вот так вот можно поставить. Можно будет глянуть. Ну, так у вас какая-то лупа кажется огроменная, а микроскоп какой-то маленький. Он у вас вот такой, что ли? Ну, не знаю. Он вот такой вот практически как у тебя. Так, тогда мне кажется, что лупа немножко бы захватывала, хотя у меня тоже казалось бы, что лупа огромная. Но у меня под черным. А у тебя есть специальная, боже мой, ручка отправилась? У меня есть микроскоп. Я сейчас с микроскопа лупу вытащу, чтобы показать. Без микроскопа с пластилином. Я сам делаю без шоссе. О, прикольно. Хочешь такое же слепить? Ну да, когда-нибудь уже слеплю. Тогда с фоткой. Потом пообразим. А это ты проводил урок такой где-то? Я же говорю, нет, это я без вас слеплю сам. Ох, прикольно. Вот. Я вам помогу вытащить. И там хорошо видно все. Да, нормально.
Нет, ну никак, конечно, в настоящем прямо в микроскопе. Вот я могу вот так вот сделать. Настроиться. И мне вас будет плохо видно. Знаете почему? Потому что эту лупу я специально взял, чтобы она ездила не издалека, а поблизости. Она поблизости хорошо ездит, а издалека плохо. А я ее взял специально для микроскопа, мне так и надо было. Так что эта лупа не подойдет. У нас там есть еще одна какая-то лупа. А где ты покупал такие лупы? На Озоне. Первую. Вот новую я покупал на Озоне. А эту, я не знаю, это бабушкина. Да, у вас маленькая лупа. Есть еще одна какая-то. Такая. Я в магазинах такую видела, чтобы цены смотреть для бабушек и дедушек. Ну вот, она уже лучше. Ну ладно, потом купим лупу. И эту возьму. А моя лупа, ведь, ну, можно через нее смотреть поблизости хорошо, а сдалека, но она немного размазана, если присмотреться, то тогда хорошо. Ну, вот у меня, видимо, у микроскопа такая же. А что? Для микроскопа ему ж так и надо, чтобы он близко видел. Что? Мне для микроскопа подходит. Мне нормально. Я делаю вот этот отсек, смотрю, все, мне все четко видно. Мне надо, я убрал вот так вот. А чтобы издалека там смотреть, ну это. Ну, конечно, микроскоп не для этого создан. Чтобы рассматривать сблизости. Микроскоп? Он создан для того, чтобы смотреть за мелкими вещами, которые не видны человеческим глазом. Ну, например, за микробами. Молекулы и атомы просто невозможно рассмотреть через микроскоп. Да, Луки? Я люблю, ну, другой телескоп. Я слепила маленький, там у него внутри нету дырки, но я уже закончила лепить. Покажи. Хорошо, покажу. Сейчас переверну камеру. Вот. А мне дырки? Ну да, я специально просто такой слепила. Там же не видно. Ну, там ничего, да, не будет, но это просто. Ну, тут видно сбоку, что вообще там нету дырки. Ну, может быть, маленький такой узорчик, что есть, но так нет. Смотрите, вы еще наверняка не увидели, что у моего микроскопа есть шнур зарядки. И он заряжается. Понарошку. Жалко, что я стеллаж не могу передвинуть просто так. Мне тут надо все высвобождать. У меня там зарядка прикреплена к полочке. Я беру эту, вставляю в зарядку. И так прикольно. Я вам прям видео скину. А так этот телескоп уже больше ничего не надо добавлять? Сейчас посмотрим. Я, может, телескоп подумаю. Вот розовый. Не обязательно. Нет, надо придумать, куда розовую брать. Я думаю, ты можешь сделать еще одну ножку. Из этой. Я знаю. Да, я сделаю еще одну ножку. Только я сделаю ножку уже не для низа, а для верха. Зачем? А как же телескоп без верхней ножки? Куда тогда вот эта деталь делась? Сейчас увидишь.
Ну, просто я, честно, в реальной жизни никогда не видела телескоп. Я думаю, что он не должен иметь верхнюю ногу. Да, я знаю, он не должен вообще иметь 4 ноги. Ну, 3. Ну, можно я решил сделать, чтобы показать тебе кое-что. Можно снизу сделать, вот там, где ножки, вот такие маленькие тоненькие палочки, как будто чтобы регулировать. Если будут маленькие тоненькие палочки, то тогда микроскоп тоже должен быть маленьким и тоненьким. Иначе эти маленькие тоненькие ножки его не удержат. Ну так они не должны его держать, они даже до пола не должны доставать. Они просто, чтобы как будто бы регулировать. Там настоящего это... микроскопа тонкие ноги. Ну, я не знаю, как его, но это чтобы регулировать, если я сделаю. О! Ну, ноги тоненькие. Ну, на стол поставлен, и все. Ну, конечно, я на стол не буду ставить. У меня даже ручка такая неудобная поставить. Поэтому сюда только носители полазить. Вот теперь уже надо прикрепить тонкую ножку, как ты сказала. Давай, раз у нас тебе специалист по маленьким тонким ногам, ногам, вот давай. Вот 4-я нога, прикрепляем. Знаешь зачем? Я, может, даже 5-ю сделаю. Зачем? А чтобы регулировать. Ну, я же вот такую вот маленькую говорю, чтобы как будто... Смотри. Небольшую. Вот эта вот ножка, вот зачем, смотри. Вот эта вот деталь, чтобы регулировать размер, а надо ее куда-то деть, поставить микротелескоп. Слушай, а сделай вот эту деталь, да, потоньше вот так, да, а? Прикольно будет. Я говорю, ты да, правильно сделал, так прикольно поставить. Чё? Я так и хотела сказать, чтобы ты сделал красную эту свою штучку, поставил на эту фиолетовую, ненужную никому ножку сверху. Ну и чё? Ну и получилось у тебя вот так вот. А в чём прикол-то? Ну в том, что ты красную штучку всё-таки ж куда-то денешь. Ну вот я так и хотела, и за этим мы хотим 4-ю ножку. Я еще сейчас 5-ю сделаю. И, возможно, 6-ю. Ладно, 6-ю не буду делать. А как ты стал проводить здесь уроки такие полезные? Уроки проводить? Ну как, да. Как? Я проснулся, а мне мама нашла, что вот какая-то, короче, какая-то группа, так сказать. Там все время уроки присоединяешься, там каждый день бесплатные уроки есть, да и платные есть. Я сначала походил 1-2 раза, ну и уже стал сам вести поделки сначала. Потом я захотел лепить, там двое как раз и вели лепку. А как ты... Я начал тоже лепить. Потом один ушел. Все, не стал вести занятия. Второй все равно лепит. Так, ну моя переносная... Ну, мой переносный телескоп готов. Нет, я все-таки хочу его подравнять.
Ой, я как сделала. Можно и вот так вот держать, и регулировать, как будто бы. И вот так вот можно. А? Ну, я говорю, я так поставила эту черную деталь, вот эту, которую ты сказала отложить для начала, что теперь можно или вот за нее держать и смотреть, или за... А, так я тогда поставила розовую, а черная у меня пока лежит, я ее никуда не ставила. Я не знаю, тоже ее можешь временно поставить, но потом ты поставь на это место розовую, потому что это ты потом поставишь под лупу. Ты лупу вставила в телескоп? Нет, у меня ж нету, только это. Ну вот ты это не хочешь вставить? А как я ее вставлю? Сейчас покажу. Берешь. Угу. Так у меня же она не такая, вот глянь, по размерам. Так понятно. Она... Через зум плохо видно размеры. Понятно, что она у тебя не такая, но ты ее поставь, на нее черную приделай, все. Хоть она и большая, что-то будет торчать. И можно будет вместо всего вот этого держать. Да, это правда прикольно будет. Конечно, прикольно. Боже, не звук, а не упала. Так, пока что ничего вообще не видно. Отсюда проблем. Нет, с этой стороны. Нет, все-таки она не помещается, неудобно. Так, вот это черную детальку. Да ничего, я просто говорю, что я поставлю эту черную детальку как-нибудь. Так. Я все слепил. Покажите ваши результаты. Вот это мой результат. Вот такой. Так, Лукия. Лина. Молодец, молодцы. Так, тут не. Все? Больше никто не показывает? Ну да, у тебя тут только 5 участников. А в следующем ролике тот самый постоянный клиент. Почему так? Почему 5? Ну, 5 тех, кто лепил с тобой, и ты один, ну, и ты тот, кто делал. Ну, то есть ты как учитель и ученики. Учеников же все равно будет на один раз меньше. Так админ тот-то не учится. Он же просто следит. А, ну тогда еще получается. Ну, тогда уж 5 участников. А учеников-то у меня 3 или 4. 4. Ну вот, а теперь что? Просто я не понимаю. Вот этот вот по-английски еще плохо читаю, а там написано ровно по-английски. Админ. Нет, вот там вот написано Юлия админ, а второй. Просто по-английски читать не умею. Ясмин зовут девочку. Это тоже админ? Или нет? Нет, я... Так. А, тогда пускай еще... А что делать, если уже доделал? Ой. А? А что делать с этим телескопом, если ты его уже доделал? Доделал? Ну все, поставить его и смотреть, наблюдать. Можно не наблюдать, просто на полку поставить как коллекция. Вот у меня минус микроскопа. Мне это не мерещится. Я все время, когда по вечерам сплю, думаю, что он наклоненный. Наверное, мерещится, потому что он так еще стоит в наклон. А мне не померещилось. Он тут просто плохо поставлен.
Посмотрим. Ну что, вы поняли? Сюда лупа вставляется. Вот. Вставляется лупа в конец. Потом черная на лупу. И вот тут вот еще можно вот так вот поставить, чтобы удалить, преувеличить. Вот тут вот для красоты такая штучка. Я ее сейчас на зубочистку сделаю. А зубочистки зачем? Все уже приготовили. На зубочистку. Что, у тебя нет зубочисток? Что? Даже зубочистки есть, по-любому. Ну, у меня вообще-то их нету, поэтому мама мне дала спички. Нет, спички не годится в игру использовать. Со спичками они не играют. Ну, они уже их использовали, и тем более мама сделала так, чтобы они уже больше не загорали. Нет, со спичками играться нельзя. Что? Надо и как очень интересно теперь эту спичку разломать. Можно ее не резать. Она некрасивая, что с ней делать, что с ней делать. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. До свидания. До свидания. А кому это сказали? До свидания. Какие? Ну, она уже слепила. Ну, я уже слепила. Так мы все уже слепили. Ну, так зачем же мы тогда? Не так нравится. Просто вдруг там что-то делать, поставить. Так, все поняли? Да, мы все доделали, то, что только можно было. Лина, ты поняла? Да. Ну все, тогда давайте прощаться. Спасибо, что пришли ко мне на занятия. Хорошо. До свидания. До свидания.